Привет! Добро пожаловать на мой канал. Давайте сегодня вместе приготовим вот такой вкусный и быстрый рулет. В миску кладем яйца, сахар, ванильный сахар и взбиваем миксером до увеличения в объеме. Добавляем кефир или мацони. Продолжаем взбивать. Далее добавляем соду и муку. Взбиваем. Наше тесто готово. Противень застилаем пергаментной бумагой и смазываем маслом. Выкладываем тесто и равняем. Отправляем в разогретую духовку выпекаться при температуре 180 градусов 15 минут. Убираем пергаментную бумагу и заворачиваем в рулет.
оставляем так 10 минут. Рулет смазываем повидлом. Плотно заворачиваем в рулет и оставляем пропитаться на 2 часа. Рулет пропитался, сервируем и подаем к столу. Перед подачей можно высыпать сахарной пудрой. Спасибо, что были со мной. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!